Друзья, всем привет! Всем добрый день, дорогие друзья! С вами Асим, канал Арбатомс. Приветствует вас! Находитесь на нашем канале, ваш интернациональный канал, ваш семейный канал Арбатомс. Приветствует вас! Друзья, находимся с вами, где вы знаете, уникальный город, город, семейный город, Мерсин, с вами сегодня, дорогие друзья, район Тюмень. Хочу с вами поделиться одна шикарная квартира, которая в хорошем комплексе. В этом комплексе много русскоязычных людей живут. Почему? Потому что место расположения очень хорошо. Каждый четверг возле забор, возле комплекса есть базар, свежий, красивый, натуральный, сельский. Овощи, фрукты продаются здесь, между прочим, овощи, фрукты в Мерсине очень дешево, потому что здесь они сами выращивают. Потом здесь рядом есть продуктовый магазин, аптека, школу, очень хорошее место расположения, конечно, море, 150 метров море, недалеко, море очень хорошо. Итак, друзья, с вами хочу поделиться один плюс один, 70 квадратный метр на 7 этаже, 5 этаже тоже есть, 2 квартира есть у нас здесь, 1+1 и такой большой, огромный бассейн, сад красивый, ухоженный, и здесь еще парковочное место тоже есть, вид на море, очень красивый проект, в самом деле, очень мне нравится вот это, здесь отделка качества отличается, здесь отделка качества очень хорошо, и айдат 150 лир, айдат, очень дешево, да, в Мерсине жизнь вообще очень дешево, поэтому последний год начал сюда приезжать очень много иностранцев, потому что жизнь дешево, еще красиво, хорошо, уровень выше, для такой цены уровень очень хорошо, в самом деле, поэтому вот это именно дешево жизнь, дешево недвижимость, привлекает людей сюда, поэтому люди сюда приезжают через Стамбул, Адана перелетает, мы там встречаем, как компания Арбатомс, потом размещаем, показываем, рассказываем, и там потом провожаем счастливы, довольны. Но пока, если нет возможности приезжать, можете бронировать через онлайн, через интернет, можете бронировать, если вам нравится именно такая квартира, потому что пока доступная цена, пока очень хорошая цена, дорогие друзья, поверьте мне, потом такая цена не будет, потому что Турция развивается, Турция идет вперед, поэтому недвижимость тоже дорожает, дорогие друзья. Давайте теперь поднимаемся наверху, посмотрим, какая красота нас ждет. Итак, друзья, теперь мы с вами поднимали 7 этаж, 1 квартира на 7 этаже, 2 квартира, 1+1 на 5 этаже. Конечно, еще есть на продаже 2+1, который 141 квадратный метр. И вот это именно, вот эта квартира продается с мебелью, с бытовой техникой и вид на море. Конечно, вид очень хорошо, мебель тоже очень качество, и картинка яркий, красивый такой. Давайте отсюда начнем, друзья. Вот эта кухня, такое качество хорошо. Действительно, вот этот проект мне очень нравится именно своим качеством, материал очень качество. Все работает здесь. Здесь это первичное, это не вторичное жилье, в самом деле. Здесь только у нас Андрей, вы его знаете, наверное, Андрей здесь живет в этом проекте, потому что он Мерсин очень любит, поэтому он решил здесь жить. Так что, друзья, действительно очень красивый, правда, согласитесь со мной? Если согласитесь, ставьте лайк, мой сын так говорит, ставьте лайк и пишите комментарии под видео. Так что, чтобы поделиться своим мнением, вот такой большой холодильник, очень красивый, в самом деле, здесь посуда тоже очень качественная, стильная посуда, могу все вам показывать, такой посуда, это все выходит стоимость, дорогие друзья, даже еще пакет есть, вот пакет здесь, какая цена написана там,
не видно. И очень красивый, вот такой, это все мой стиль. Все это, видите, очень красивый, хорошая посуда, стильно. Как-то вы готовитесь, как-то кушаете, очень важно, чтобы красота была, еще аппетит больше получается. Очень красивый, правда? И вот это стол, красивый цвет, такой зеленый, очень люблю такой цвет. В самом деле, давайте отсюда начнем. И здесь такой широкий перехожий, здесь шкаф, длинный такой шкаф, в самом деле такой большой шкаф, и здесь такой обуви красивый, можешь по-близки снимать, и здесь сразу Wi-Fi есть, я вам хочу сказать, Wi-Fi есть, по поводу интернета проблемы тоже нету, и здесь вот такой большой санузел, душевый кабин, очень красиво, хорошо. И здесь сразу напротив у нас спальная комната, друзья. Спальная комната. Здесь тоже огромный такой кровать, два тумбочки и шкаф. Достаточно большой такой шкаф. Действительно красивый, правда? Очень красивый. Мебель очень качественная. И здесь еще такое отопление есть. И большой такой красивый, хороший. Занавес действительно очень красивый. Здесь вот такой еще один балкон. Достаточно большой и засекленный балкон. Заранее засеклили. Я вам говорил раньше и буду говорить, конечно, в Мерсине место для стиральной машины. Вот здесь место. Именно застройщики делают место для стиральной машины. Место вот на балконе. Здесь немножко маленький балкон. Я вам покажу большой балкон. Можно ко мне? Камине. Здесь стою. Вот смотрите, посмотрите наверху. Наверху, да, и потолки. Как по-русски? Потолки очень красивые, правда? Очень красивые. И здесь такой мебель. Все вот это красивее, красота. Действительно, два такой... Как это по-русски? Кресло. Два кресла, один такой диван. Аппаратор еще покажи, пожалуйста. Вот это занавес тоже очень красивый. Тюль, такой зеленый. Занавес, и здесь тюль тоже очень красивый. Вот это, они все деньги. Это дорогий материал, дорогие мебель, в самом деле. И вот это большой балкон, главный балкон. Вид на море, вид на бассейн, вид на сад. Действительно, очень красивый такой панорамный вид. Очень красивый. Так что, дорогие друзья, 70 квадратных метров. Есть два квартира, 1+1 на продаже, одна квартира на 5 этаже, вторая квартира вот это на 7 этаже. Еще есть на продаже 2+1, который 141 квадратный метр в этом проекте. Так что для более подробной информации пишите, звоните. С вами был Асым, который ваш человек в Турции и солнечная страна из Турции. Всем большой привет из Мерсине, большой привет, дорогие друзья. Если вы хотите попробовать настоящий натуральный клубника, приезжайте в Мерсине, дорогие друзья. Это город, уникальный город, такого города нету в мире, действительно нету. Здесь в одном месте всю жизнь можно увидеть своими глазами. Всем пока-пока.